Я считаю, что кризис – это хорошая вещь. Потому что слово «кризис», оно происходит от греческого слова, которое означает значительное время для того, чтобы делать изменения. То есть это не то время, когда надо продолжать жить как раньше, а это важное время для важных перемен. Вот что такое кризис. Это как сердечный приступ. Именно тогда начинаешь задавать себе вопросы. Как же я живу? Что я делаю? Как мне надо измениться?